Друзья, хочу сегодня поделиться с вами рецептом моего самого любимого печенья. Куки с чокол чип, американское печенье. Мы готовили с Изабелкой. Готовится очень легко, быстро. 11 минут всего лишь в духовке. Как это было? Вот такие вот американские печеньки. Я их просто обожаю. Вот. Для этого я купила уже вот такой вот шоколад специально. Можно кусочки шоколада в него добавлять. Орехи. У нас уже готово. Молочный шоколад этой фирмы. Вот. Мы будем готовить с Изабеллой. И вот... Берем две миски. В первую высыпаем муку, 1 чайную ложку соды и 0,5 чайной ложки соли. Отставляем муку и беремся за масло. Следующую посуду. И добавляем 150 грамм одного коричневого сахара, 150 грамм другого. Былунька. Давай. Не, бери чашечку и высыпай. Будем сейчас в размягченное масло высыпать сахар. Да, все высыпай. Гуляй, душа. Сколько у нас тут сегодня сахара, уже яйцо разбилось. Отлично просто. Теперь заснять, как сбили масло с сахаром. Как моя помощница уже добавила сюда яйцо и пришлось уже добавлять яйца. В общем, что-то такое у нас получается. Возможно, если бы у нас был миксер, то было бы круче. Ребят, ну, готовим так. Эмоционально решили. И давай готовить. Купила единственное только эту шоколадную. Теперь соединяемся в одной миске и добавляем шоколадные чипсы. Высыпать. В общем, мы уже смешали. Ой, сколько много. Перемешиваем последний шаг. Шоколад смешаем. Ставим духовку по Фаренгейту 375, по Цельсию где-то 200. Сделали вот такие вот шарики, которые мы сейчас будем выдавливать на пергаментную бумагу. Нажимай. Вот так? Давай. Какие у нас печеньки получаются. Духовку на 9-11 минут, что написано на упаковке. Наша духовка закончилась. Аромат просто бомба. Достаемка получилась, ням-нямки. Единственное, что вот некоторые видели шоколад, или что вот чуть-чуть подгорели. Все-таки, наверное, лучше минут 9 их печь. Даже круче, еще быстрее готовятся.